автопроизводственная фирма «Автодизайн» — это 15 лет успешной работы на рынке автотехники. Качественные решения в сфере дизайн-инжиниринга, постоянное усовершенствование технологий и расширение предлагаемых услуг. Фирма «Автодизайн» в своей работе всегда руководствуется такими принципами, как качество исполнения, максимальное удовлетворение запросов заказчика, высокий профессионализм и уровень исполнения работ по достоинству оценен постоянными заказчиками фирмы, такими как акционерное общество КАМАЗ, ЗАО «Средства спасения», ЗАО «Мосдизайн МАШ», совместным российско-германским предприятием ООО «Себа Энерго», автомобильными заводами «Уралас», «ГАЗ», «ЗИЛ», компаниями «Лукойл», «Алроса» и многими другими предприятиями, сотрудничество с которыми продолжается более 10 лет. «Автодизайн» представляет комплекс услуг от разработки дизайна и постройки прототипа до организации производства мелких серий автомобильной техники и ее отдельных узлов. Фирма «Автодизайн» активно занимается инновациями. Многократный участник международных и региональных автосалонов и выставок. В ее активе более 50 патентов на изобретения, промышленные образцы и полезные модели. Двуспальные кабины КАМАЗ «Макси», которые фирма производит уже более 10 лет, стали поистине бестселлерами российских дальнобойщиков. Именно с этими кабинами снимался одноименный фильм. Аварийно-спасательные машины для МЧС, разработанные в «Автодизайне», работают уже во многих районах России и ближнего зарубежья. Запатентованная разработка фирмы «Автодизайн» фургоны с боковой загрузкой «Свингмастер» практически вытеснили с российского рынка импортные кузова, закупаемые «Кока-Колой», «Пепси-Колой» и другими компаниями, применяющие современные технологии погрузки и перевозки. На сегодняшний день фирма предлагает также под заказ передвижные столовые, автоэвакуаторы, автомобили для активного отдыха, мобильные офисы. Понимая, что будущее в сфере дизайн-инжиниринга за передовыми технологиями, фирма внедрила технологию CAD/CAM-проектирования, позволяющую значительно сократить сроки разработки и повысить качество работ. Приобретение мобильной измерительной техники Basis 3D типа рука итальянской фирмы Fruil Robot позволяет дизайнерам и конструкторам фирмы проводить комплекс работ по реверсивному инжинирингу. «Автодизайн» является официальным пользователем современных программных продуктов. С 2005 года фирма «Автодизайн» является официальным пользователем одного из наиболее совершенных программных продуктов в области проектирования и разработки сложных поверхностных объектов iSimSurf. 15 лет упорного труда, накопленный опыт, профессионализм, творческий подход в решении сложнейших задач разработки и производства автотехники – все это по праву позволяет назвать «Автодизайн» одним из лидеров в сфере дизайн-инжиниринга. «Автодизайн» выражает признательность и благодарность своим партнерам по бизнесу и надеется на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.